Сегодня 17 сентября 22 года. И вот я почеренковала эту мою самую любимую оранжевую розочку. Сейчас себе для памяти запишу, куда я ее в саду, в детский сад, который расположен у меня. Вот он зимой там под лутросилом, и весной, и летом. В общем, там все живет у меня под лутросилом, все черенки. И я, оказывается, черенки этой оранжевой розы вот сюда посадила. Вот они. Получается, правый угол, вот так, правый угол, вот здесь. Слева желтая лилия. А это орешник. Так, вот она за орешником. Черенки моей оранжевой любимой розочки. А это съедобный каштан. Тоже эксперимент. Почеренковала, посмотрим, как они приживутся.